Спасибо, Гульнара. Уважаемые коллеги, добрый день. Мы начинаем прямую трансляцию с информационной площадки службы центральных коммуникаций. Құрметті әріптестер, Қазақстан Республикасы президент жанындағы орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңынан өңір басшыларының қатысуымен өтетін арнайы баспасөз мәслихаттар тізбегін ары қарай жалғастырамыз. Бүгін республикалық маңызы бар қала еліміздің бас қаласы Астана қаласының әлеуметтік экономикалық дамуы туралы ақпарат аламыз. Алдымен Жеңіс Махмудұлы, өзіңіздің баяндамаңызды тыңдап өтсек, одан соң сұрақ-жауап бөліміне көшеміз. Баяндама уақытына 15 минут беріледі. Сөз кезегі өзіңізде. Мархабат. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті журналистер, құрметті әріптестер. Ең алдымен сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Қызметтеріңіз абыройлы болсын, жұмыстарыңызға шабыт пен табыс тілеймін. Қазір қысқаша елорданың негізгі даму бағыттары туралы баяндап, ары қарай рұқсат берсеңдер, сұрақтарыңызға жауап береміз. Қаланың негізгі әлеуметтік экономикалық көрсеткіштері бойынша 10 динамика байқалуда. Мына слайдтарда көрсетілген жыл басындағы жағдайға сәйкес елорда халқының саны 1 миллион 370 мың адамды құрады. Бұл көрсеткіш бас жоспардың болжамынан бірнеше есе көп. Жыл сайын қалаға 50 мыңнан астам жаңа тұрғындар келеді және 30 мың бала туылады. Күн сайын Талапкер, Қосшы, Қоянды сияқты қала маңындағы елді мекендерден елордаға 150 мың адам келіп кетеді. Сондықтан тағы да бір 50 мыңдай қалада тіркелмеген және осы жерде басқа өңірлерден келіп жұмыс істеп жүрген азаматтар да бар. Сондықтан қаланың тез дамуы мен халық санының өсіміне байланысты елорда алдында бірқатар жаңа міндеттер бар. Бұл тұрақты экономикалық өсімді сақтау, тұрғындардың өмір сүруіне қолайлы жағдайлар жасау, инфрақұрылымдық даму және экологиялық тұрақтылықтың қамтамасыз ету, миграциялық ағымды бақылау. Осыған орай біздің алдымызда күрделі міндеттер тұр. Ол миграцияның жоғары қарқын жағдайында жаңа жұмыс орындарын құру бойынша тиімді шаралар кешенін қабылдау. Бірінші кезекте бұл тұрақсыз жұмыспен қамтылған адамдардың тіркеу және анықтау, жеке атаулы қолдау шараларын ұсыну, сұранысқа ие мамандықтар бойынша қысқа мерзімді тегін курстар және ары қарай жұмысқа орналастыру. Жалпы жылдың соңына дейін 60 мың жаңа жұмыс орнын құруды жоспарлап отырмыз. Негізгі жұмыс орындар шағын және орта бизнес салаларында құрылады. Бұл жерде қазірдің өзінде елорданың экономикалық белсенді тұрғындарының 70% жұмыс істейді. Шағын және орта бизнестің қала экономикасына салынатын үлесі шамамен 69,5% құрайды. Былтыр шағын және орта бизнес 11 триллион 400 миллиард теңгеден өнім шығарды. Биыл кәсіпкерлердің 4000 жобасына жалпы сомасы 29 миллиард 500 миллион теңгені құрайтын қаржылық көмек көрсету жоспарлануда. Елордада 154 инвестициялық жобадан құралған пул жасалды. Ағымдағы жылы 24 кәсіпорында іске қосу күтілуде. Жалпы жылдың соңына дейін 1 триллион 300 миллиард теңгені құрайтын инвестицияларды тарту жоспарлап отырмыз. Уважаемые журналисты, один из важнейших вопросов – это обеспечение продовольственной безопасности столицы. Город ведет активную работу с регионами по поставке продуктов питания. По поручению главы государства реализуется ряд инвестиционных проектов по созданию производственных мощностей для продовольственного обеспечения. Это сегодня реализуется 8 проектов в пищевой сфере. Это молокозавод, мясокомбинат, хлебзавод и другие подобные предприятия с объемом производства более 70 тысяч тонн. Также тепличные комплексы мощностью 7 тысяч тонн, овощехранилища, складские комплексы площадью более 70 тысяч квадратных метров. В рамках демонополизации рынка строятся два современных рынка на сумму 10 миллиардов тенге, это частные инвестиции. В этом году запускается хлебзавод, а также два овощехранилища на 13 тысяч хранения тонн. Идет разработка нового генерального плана развития города до 2035 года. Акцент будет сделан на создание комфортной среды для всех жителей и гостей столицы. Особое внимание уделяется вопросам водоснабжения. Благодаря принятым мерам нам удалось восстановить давление воды и обеспечить стабильное водоснабжение. Мы все помним, что в начале этого месяца эта проблема была очень актуальной. В первой декаде июня запущена новая ветка водовода. От Астанинского водохранилища обеспечила подачу в город исходной воды в объеме около 90 тысяч кубометров в сутки. Также в июне начали поэтапно вводить в эксплуатацию новую насосно-фильтровальную станцию питьевой воды.
так называемый ФС-3. После наладки системы мы планируем уже в августе 105 тысяч кубов дать, сейчас 35. Это реализация этого проекта полностью ликвидирует дефицит воды на ближайшие 3-4 года. Для дальнейшей стабилизации водоснабжения завершается разработка проектов по строительству водовода от Нуринского месторождения подземных вод, примерно 50 тысяч кубов в сутки. Также водовод технической воды насосной станции Тельмана, это в городе. Это даст прочность и надежность системы работы на дальнейшие дополнительно 2-3 года. В целях обеспечения бесперебойного водоснабжения столицы с учетом дальнейшего развития на несколько десятилетий вперед идет разработка проекта по строительству 4-й насосно-фильтровальной станции и запитки от канала имени Сатпаева Иртыш-Караганда. Қысқы кезеңі дайындық жүріп жатыр. Жылыту маусым басында дейін жалпы қуаты сағатына 1130 гигакалорийді құрайтын 3-ші жылу электроорталығы ТЭЦ-3. Осы ТЭЦ-3-тің бірінші кезегімен 2 газ жылу станцияларын құрылысын бейіл аяқтаймыз. Бұл жылу электроэнергиясын профицитін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Газдандыру бойынша қазіргі таңда газға 12 мыңнан астам абонент қосылды. Бірінші және екінші жылу электроорталықтарын ТЭЦ-1 және ТЭЦ-2 16 қазандағы газға ауыстырылды және 17 автономды жылу станциялар газға қосылды. Жаңа бас жоспарға қалалық ортаны абаттандыруға ерекше назар аударылды. Негізгі қалалық саябақтар мен скверлердің қайта жөндеу, қала көшелерін көгалдандыру, қоғамдық кеңістіктер мен қасбеттерді бірлікті дизайн кодқа келтіру жұмыстарын кірістік. Жалпы 15 қоғамдық кеңістіктер мен 150-ден астам аула абаттандырылады биылғы жылы. Көгалдандыру мәселеде айтарлықтай назар аударылды. Ағымдағы жылы 1 миллионға жуық жасыл желек отырғызу жоспарлануда, оның ішінде 452 мың жасыл желек қалада, қалғаны елорда жанындағы жасыл белбеу аумағында отырғызылады. Құрылыс көлемі 103% құрады. Жыл басынан бастап 1 миллион 215 мың шаршы метр тұрғын үй салынды. Жалпы жыл соңына дейін 3 миллион 3,5 миллион шаршы метр үй салынуға жоспарланып отыр. Бұл шамамен 40 мың пәтер, оның ішінде 6 мың пәтер мемлекет тарапынан халықтың әлеуметтік осал топтарына беріледі. В соответствии с поручением главы государства, завершение долгостроев стоит на особом контроле акимата столицы. В этом году планируем завершить и ввести в эксплуатацию все проблемные долевые объекты, которые стоят в рамках второго этапа программы «Нурлы-Жер». Это 16 проблемных долевых объектов или 32 многоквартирных жилых дома. Это порядка 4000 дольщиков. Мы планируем, что в течение полугода все эти дольщики получат ключи от своих квартир. По точной застройке. В городе 22 таких объекта. Все объекты, они известны, вы их все прекрасно знаете. По ним активно работают сами инициативные группы, ЖСК, которые состоят из жильцов соседних домов, а также активно работаем самими застройщиками. По 16 объектам из 22 есть решение. Все эти участки будут использованы теперь под строительство социальных объектов с учетом мнения жителей города. Это школы, скверы, детские сады, поликлиники. Изменение плана детальной планировки будет в июле месяце, в середине. Все эти изменения уже в ПДП будут учтены. По остальным шести объектам идут переговоры по урегулированию, в том числе по четырем из них судебные разбирательства. Хочу отметить, что с января этого года новых разрешений на строительство без наличия инженерной сетей согласования с генеральным планом не выдается. Более того, если какая-либо строительная компания продолжит строительство без полного пакета тех условий, работы на строительных участках сразу же останавливаются, компания попадает в черный список. Мы такую информацию несколько раз с начала года давали по перечню компаний, которые находятся в черном списке и занимались незаконным строительством на территории города. В марте текущего года актуализирована городская программа реновации до 2030 года, в рамках которой планируется расселить 206 аварийных домов или 14 тысяч жителей. На сегодня в столице 16 жилых массивов, где проживает четверть населения столицы. В основном это окраины города. Особое внимание в трехлетнем бюджете города уделено инфраструктурному развитию именно окраин, строительству дорог, сетей, социальных объектов.
целях разгрузки транспортного потока в текущем году планируем реализовать 31 проект, в том числе завершить строительство моста Тауэр-Сиздек, провести средний ремонт на 72 улицах общей протяженностью 55 километров. Активизированы строительные работы по первому пусковому комплексу ЛРТ. Основные виды строительных работ планируется завершить в течение 2 лет по мере выделения необходимого финансирования. На сегодняшний день ведутся строительные работы по проспекту Хабанбай-Батыра, это в сторону аэропорта, по Шамшы-Калдаякову через мост М3 на железнодорожный вокзал Нурлыжол. В настоящий момент маршрутная сеть города Астаны состоит из 99 городских и пригородных автобусов. Ежедневно выходит 904 автобуса. Есть дефицит. Дефицит в районе 500 автобусов. В этом году парк общественного транспорта увеличится на 400 автобусов. Первые 90 автобусов уже будут в июле. Это современные новые автобусы, в том числе электрические. Работа по ливневой канализации. В текущем году планируем ввести в эксплуатацию 2 комплекса очистных сооружений в районе вокзала Нурлыжол и Северное шоссе Коргалжин. Увеличит объем принимаемого водосбора на 20%. Вы помните, что 3 года назад порядка 250 проблемных объектов было после дождей. Сегодня конкретно это 23 объекта. Из них половина в этом году полностью будет ликвидирована. Остальное на следующий год. Әлеуметтік нысандарға қатысты. Елорда халқы жыл сайын жас арып келеді. Тұрғындардың орташа жасы 30 жасты құрайды. Жыл сайын 30 мыңнан астам бала туылады. Қалада балабақшалар жетіспейді, оны айту керек. Мектептерде бала саны шамамен тыс толық болып отыр. Жеке инвестициялар арасында 30 балабақша келе жатқан 2 жылдың ішінде салынады. 2 жыл ішінде 40 мектеп салуды жоспарлап отырмыз. Оның ішінде жергілікті бюджет есебінен 13 мектеп пайдалануға беруді жоспарлап отырмыз. Оның 11-і биыл. Жеке инвестициялар есебінен қазір 3 мектеп салынып отыр. Сондай-ақ ағымдағы жылы жайлы мектеп жобасы бойынша 24 мектептің құрылысы бастау жоспарлануда. 15 мектептің осы бағдарлама арқасында құрылыс жұмыстары басталып кетті. Бұл елордағы оқушы орындарын тапшылығы мәселесін толығымен шешуге мүмкіндік беріп отыр. Осы айда біз 15 заманауи балаларға білім беру орталығын салуға мемлекет басшысының қолдауын алдық. Осылайша 3 жыл ішінде бір үйірмелер мен бөлімдерге деген негізгі қажеттілік жабамыз. Бірінші кезеңде елорданың әр ауданда бір-бір орталықтан салудан бастаймыз. Денсаулық сақтау саласында 2 перинаталдық орталық салу жоспарлануда. Бір орталық бойынша құрылыс жұмыстары осы жылы басталады. Жеке инвестициялар есебінен ағымдағы жылы 2 амбулаториялық емханалық кешен құрылысын бастаймыз. Әлемдік деңгейдегі медициналық кластер құру елорданың дамыту жоспарында бар. Құрметті журналистер, құрметті әріптестер, біздің алдымызда көптеген маңызды стратегиялық міндеттеріміз бар, тиісті жұмыстарды атқарып отырмыз. Енді ары қарай сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Рахмет. Көп рахмет, Жеңіс Махмұдұлы, регламент аясында баяндамаңызды айтып өттіңіз. Коллеги мои, переходим к сессии вопрос-ответ. Я понимаю, конечно, в столице очень много актуальных вопросов, но сегодня у нас порядка 33 журналистов. Мы хотели бы охватить все вопросы, поступившие от наших журналистов, поэтому прошу в рамках регламента, в рамках заданной темы задавать по 2 вопроса и 2 уточняющих. Также Аким у нас открыт к журналистам, и вы всегда, если вы не удовлетворены будете сегодня на пресс-конференции ответа, всегда можете получить интервью через пресс-службу Акимата. Сомен алғаш болып өз сауалын Бағдат Асылбек Азаттық радиосынан қояды. Бағдат, здравствуйте. Здравствуйте. У меня первый вопрос касательно ЛРТ. Вот сообщалось о том, что будут в течение 2 лет завершать, и что вот 550 миллиардов в этом году выделено, что до этого выделялось свыше 1 миллиарда долларов, еще 580 миллиардов. Вот в вашем докладе не были озвучены цифры, можете рассказать, вот, какова будет вообще общая стоимость проекта, сколько еще денег нужно? И ранее некоторые финансисты высказывали скептическое свое мнение, говорили, что окупаемость может быть только через сотни лет. Есть ли расчеты, сколько будет стоить проезд, допустим, в таком-то году, какова будет вместимость, каким будет пассажиропоток, есть ли вот такой анализ? Да, я, если позволите, общие цифры обозначу, уважаемые
Багдат Асылбек, и дополнительно вам дам подробную информацию официально еще. В этом году действительно 50 миллиардов тенге выделено на продолжение строительства. В прошлом году такое решение было принято. Потрачено было не миллиард, а в районе 600 миллионов долларов на данный проект. Планируется, что дополнительно еще 2 года потребуется на строительство и завершение строительной части, а также запуск по первой пусковой, получается, первый пусковой этап. Это 8 станций и 5 поездов. На это потребуется все вместе, как вы сказали, порядка 500 миллиардов, с учетом уже того, что половина этих средств уже израсходована. Дополнительную информацию, если вам интересно, могу дать по второму и другим этапам полностью в официальном режиме. Второй вопрос, Богдан. Вот по анализу есть, да, данные? Вот, как планируется? Вот, маршрут вы знаете, как всегда, есть разные мнения, точки зрения по реализации любого проекта. Научная точка зрения такая, что любой город, население которого стремится к 2 миллионам или превышает 1,5 миллиона, должно иметь линейный общественный транспорт. Это или подземный транспорт метро, или надземный аналогичный транспорт. Поэтому мое личное мнение, что такой вид транспорта в перспективе, он все равно должен быть в крупном мегаполисе. А мы видим, что по прогнозам к 2030 году мы идем к цифре 2 миллиона жителей. Поэтому этот анализ есть, я вам его предоставлю. Когда-то вам предоставят ответ письменно в ближайшее время. Спасибо. Последнее уточнение по этой теме. До сих пор в обществе есть критика этого проекта, и вот с учетом вот недавней аварии со смертельным исходом, с учетом этого, планируется ли провести какой-нибудь социологический опрос, узнать мнение жителей, сколько поддерживает, сколько против проекта? Ну, я вот вначале сказал, что существуют различные же мнения по любому вопросу, в том числе по этому. Если говорить о сегодняшней, вчерашней аварии, то расследование покажет причины. Предварительно вот то, что зафиксировал Сергек, там никаких препятствий не было, и там проезжают ежедневно сотни тысяч машин. Это произошло рано утром. Как только официальная информация выйдет по этой трагедии, мы вам предоставим всю эту информацию. Я думаю, департамент полиции здесь все покажет объективно. Насчет мнения жителей? По социологическому опросу, если такое желание у вас есть, я могу с вами пообщаться. Есть определенные в предыдущие годы проведенные исследования, и научные, и другие. Я их вам предоставлю, еще раз повторяюсь. Багдат, время. Хорошо, Рахмет. Второй вопрос. Вот сегодня вышла новость о том, что Акимат Астаны не будет организовывать праздничный салют ко дню столицы. В предыдущие годы со ссылкой на пандемию и другие карантинные ограничения отменяли. В этом году в чем причина и связано ли это с уже к соотношением к личности экс-президента Назарбаева? Ведь праздник ассоциировался с ним. Ну, мы не планировали в этом году проводить никаких салютов, поэтому никаких там ассоциаций с тем, что вы говорите, нету. Просто общественность города тоже этого не просит, поэтому не проводится. Спасибо. Спасибо, Багдат, за ваши вопросы. Информбюро, Айгерим Умат также с нами на прямой связи. Айгерим, здравствуйте. Добрый день. Женис Махмудович, мой первый вопрос по пустующей территории возле торгово-развлекательного центра Кируен. В 2015 году говорилось, что там построят торговый дом и ресторан, даже были представлены эскизы, но строительство так и не пошло. Накануне вновь появилась информация, что торговый дом там все-таки будет построен, но жители города в соцсетях выступили против. Они ратуют за то, что на территории организовали сквер. Вот. Можете, пожалуйста, уточнить, что в итоге будет с этим участком земли и прислушаются ли к мнению жителей? Участок земли, территория между Кируеном и Северным Сиянием, действительно перспективный участок. Там никаких планов по строительству зданий и сооружений нету. Зимой Корсовет принял решение, что там будет рекреационная зона, там будет сквер. Решение в план детальной планировки, в ПДП, будет в июле месяце официально оформлено. Второй вопрос, Игорь. Когда начнет строительство этого сквера? Просто сейчас там просто как бы стоит пыль, потому даже трава, там газон, ничего не скошено. Ну, еще раз повторюсь, только в июле ПДП
будут внесены изменения, и этот участок будет запланирован под сквер. Поэтому на этот год мы будем планировать проектное изыскание, в следующем году сквер будет. Спасибо. Тогда второй вопрос по G-парку. Почему вот большинство ЖК G-парка задерживаются по срокам, и правда ли, что они строили без разрешительных документов? В городе сейчас реализуется или строится на 350 участках жилые комплексы. Строится единовременно очень большой объем жилья. И я уже говорил в выступлении, что порядка 3,5 миллионов квадратных метров строители в этом году планируют сдать. В том числе у G-парка 15 или 16 объектов, которые он строит. По некоторым объектам есть вопросы у ГАСКО на предмет неполного соответствия документов и начала строительных работ без наличия некоторых документов. В основном это касается с оформлением земли. Сейчас G-парк ускоренно все вот эти вопросы устраняет, и все объекты будут строиться законно. Теперь, вчера действительно в 16 часов некоторые дольщики собирались в офисе G-парка, сотрудники ГАСКО Акимата тоже там были и дали полные разъяснения. Объекты все будут достроены. По некоторым из них есть отставания, но Акимат жестко будет контролировать и контролирует эти объекты, они будут достроены, и те люди, которые вложились в эти жилые комплексы, получат свои квартиры. Спасибо. Спасибо, до свидания. Серік Жолдас Байлашолда, Алашорда, бізбен тікелей байланыста. Серік Мырза, саламатсыздар. Сәлеметсіз бе? Қазір ғана ақпарат шықты. Жалпы мына Астана қаласы әкімдігі мына Украинаны қолдап митинг өткізуге байланысты бас тартты дейді. Жалпы бұған сіз қалай қарайсыз? Жалпы Украинаны қолдап митингке шығуға неге кедергі келтіріп отырсыздар? Неге рұқсат бермей отырсыздар? Менде ондай ақпарат жоқ. Жылының басынан бізде жүздеген әртүрлі мына келіскен митингтер өтті. Сондықтан бізге мына Украина қарсы ма, қолдау ма, ондай мәселелер біз көтермейміз. Заңды болса, бәрі құжаттар заңды болса, заң түрінде ол рұқсаттар берілетін болады. Сіз айтқан мәселе бойынша мен нақты ақпаратты тексеріп сізге жауап беремін. Серік Мырза, сіз өзіңіз айттыңыз, ақпарат жаңа ғана шығыпты. Әкім Мырза өзі қолға алып, сізге жақын арада жауап беретін болады. Жақсы ма? Бұған дейін өзіңіз қатысқан жиында жалпы Астана резинке емес, жалпы жаппай көшіп келуді тоқтату керек деген мағынада сөз айтылды. Жалпы мұндай пікірдің айтылуы жалпы неге байланысты? Жалпы сіз де солай санайсыз ба? Жалпы Астанаға көшіп келушілерді шектеу керек па? Мен бірде бір рет ондай пікірді айтқан жоқпын. Резинка емес дегенде ондай сөзді мен айтқан жоқпын. Оны тексеру керек. Жоқ, сіз айтқан жоқсыз. Сіз қатысқан жиында айтылды сондай сөздер. Сіз жалпы бұған келісесіз бе, келіспейсіз бе? Менің ойым, былай қалаға бұл елорда. Сондықтан біз унитарлы мемлекетпіз. Қазақстанның халқы басқа өңірлерден өшерге көшке келсе, онда ешқандай шектеу жоқ, болмайды та. Енді екінші мәселе, соншама адам келіп жатыр. Енді ол азаматтарды қабылдау үшін Астана сапалы инженерлік инфрақұрылымды және әлеуметтік инфрақұрылымды дайындау керек. Солай ғой, дұрыс қой. Халық келіп жатыр, мектеп жетпейді. Халық келіп жатыр, әлеуметтік нысандар жетпей жатыр. Жылу мәселесі толығымен шешілген жоқ, су мәселесі толығымен шешілген жоқ. Сондықтан бұл осы жағдайда осы мәселені тездетіп шешу қажет. Жалпы миграция ол болады, урбанизация әлемдегі жалпы тренд, бәрібір ол болады. Астанаға да, Алматыға да, Шымкентте, басқа үлкен қалаларға халық келе береді. Мен айтқан, мына баяндамада айтып кеттім ғой, біздің жоспарымыз бойынша 2030 жылға дейін қалада халықтың саны 2 миллионға барады деп. Сондықтан оған дайындалып отырмыз. Бұған дейін мына Талдыкөл мәселесі жиі көтеріледі ғой. Талдыкөлдің орнындағы көлді сақтап қала аламыз ба? Содан кейін ең басты мәселе сол Талдыкөлдің аумағында үлкен саябақ салынады деген әңгімелер болған болатын. Бірақ құрылыс жұмыстары жүріп жатпаған байқап отырмыз. Жалпы Талдыкөлге үлкен саябақ салу мәселесі назардан тыс қалып қалған жоқ па? Серік Мырза, мына қойған сұрағыңыз өте орында. Бұл мәселе күнде көтеріледі. Біз экологтармен, жалпы мына белсенді азаматтармен осы мәселені
ақылдасып жүреміз осы мәселе бойынша. Қазір келесі шешімге келіп отырмыз. Үлкен Талдыкөлдің көлемі бұрын 50 миллион кубометр суға баратын 90 жылдары. 2000 жылдары бір 10 миллион болатын. Қазір 1 миллионнан аз. Сондықтан оның алдында 15 жылдан бастап кәріз арқылы, ливневка арқылы Талдыкөлге баратын суды қос арқылы тазалатып, оны Есіл өзеніне жібергенбіз. Енді министрлікпен келісіп, ол суды үлкен Талдыкөлге беретін болдық. Екі апта болды, оны сол жаққа жіберіп отырмыз. Үлкен Талдыкөлдің көлемін 5 есе көбейтеміз. Оған 1 жыл, 1,5-2 жыл керек болады. Келесі жылдың соңына дейін оны қалпына келтіреміз деп жоспарлап отырмыз. Ол үлкен Талдыкөл. Енді кіші Талдыкөл, ол жерде бірнеше группа малых озер дейді ғой, бірнеше өзен болатын. Енді біздің жоспарымыз бойынша мына 9-шы участок, 3-ші, 7-ші оларды біз олар бойынша қазір жұмыстарды атқарамыз және ол қалатын болады. А мынау сіз айтқан саябақ, ол бұрынғы 5-ші участок, ол оның жобасы қазір әзір емес, ол дайындалып жатыр, бірақ оны қаланың тұрғындарымен ақылдасу керек. Ол жердегі мына бұрынғы өзеннің астындағы мына иловый отложение дейді. Ол қиындық бар, ондай қиындық бар. Ол жерде тал өсе ме, өспей ме? Сондықтан экологтармен осы мәселе бойынша біз келісім сөздерді өткізіп жатырмыз. Құрылыс, жаңа құрылыс ол жерде болмайды. Жаңа құрылыс болмайды. Енді салынған үйлерде кісілер тұрады ғой, адамдар тұрады. Оларға шенкесте алмаймыз. Серік Мұрза, бұл негізі үшінші сұрағыңыз болды. Ереже барлығынан бірдей ұмытпасаңыз, рахмет, сау болыңыз. Рахмет. Хабар арнасынан Ердәулет Байдуллаев, Ділназ Қабдығалымова бар ма екен алаңызда? Жоқ болса, келесі журналистерге көше берейік. Первый канал Евразия. Кешірім сұраймын, Асем Гумарова, Алыс Медиа. Асем, здравствуйте. Я бы хотела продублировать вопрос своего коллеги только на русском. Надеюсь, вы ответите для русскоязычной аудитории тоже. Насчет митинга в поддержку Украины Акимат отказал. Его хотели провести активисты 2 июля по поводу того, что уже 500 дней войны идет. Они хотели собраться, чтобы просто выразить свою поддержку украинскому народу. Почему им в Акимате отказали? Асем, только что спикер ответил, да, на информацию. Я готов прокомментировать еще раз, если позволите. Уважаемая Асель Гумарова, Акимат не отказывает по формальным или каким-то признакам, есть ли документы и заявка, все соответствует законодательству. Вы знаете, в городе определены места, где могут проводиться подобные мероприятия. Значит, на тот период или это место было занято, или какие-то разрешительные документы, или, то есть запрос был оформлен не так. Я эту информацию первый раз сейчас слышу, вы говорите о втором числе, я перепроверю и вам официально дадим ответ. А так никаких ограничений нету. С начала года сотни различных подобных мероприятий на разрешенных участках столицы прошли. Вам также письменно ответят, Асем? Второй вопрос касается библиотеки Назарбаева. Ходят слухи, что ее хотят расформировать. Можете ли вы, как Аким, сказать, правда ли это, кому сейчас принадлежит это здание, кому будет принадлежать, если ее расформируют? Тем более, ваш отец там когда-то руководил, как и канцелярия Ельбасы. Скорее всего, у вас есть эта информация. Ну, я вам честно скажу, у меня нет такой информации. Во-первых, эта библиотека, понятно, на территории города находится, но подчинение другое, поэтому у меня такой информации нету. Если что-то узнаем, эту информацию... А кому это здание принадлежит? Акимат же не знает, наверное. Ну, я вам сейчас не скажу, у меня конкретно нету, но я постараюсь, до вечера вам дам официальную информацию. Угу. В течение Спасибо. Часа дам. Спасибо всем. Хорошо. До свидания. Первый канал Евразия. Ринат, пожалуйста. Здравствуйте. В столице действует жилищная программа «Ель даже стара». Есть мнение, что ее условия не совсем приемлемы для молодежи. Порог достаточности в 243 тысячи тенге мал. В нынешних условиях с зарплатой ниже этого порога в столице, мягко говоря, не проживешь. Учитывая, что аренда однокомнатной квартиры может достигать 150 тысяч тенге и выше. Намерены ли вы как-то пересмотреть это и другие условия? Ну, в первый раз я слышу вот такое замечание по этой программе. Есть разные замечания. Там молодежь обычно требует расширить категории, дополнительно другие профессии добавить. Там возрастной ценз есть, первоначальный взнос и так далее. То, что вы сказали, я внимательно изучу. Если это действительно актуально, мы внесем эти изменения. И второй вопрос. В соцсетях Акимата вчера вышла публикация об окончании строительства двух газовых станций и ТЭЦ-3 до начала отопительного сезона. Уверены ли вы, что эти объекты будут работать в следующем отопительном сезоне?
Не, ну, такой информации не могло выйти именно в таком формате. Мы говорим, что в этом году завершим их строительство. Строительство завершить. Да. Мы планируем, что 15 октября запустим, запустим одну из этих газовых тепловых станций и до 15 ноября вторую запустим. Более того, с 15 октября мы начнем поэтапный запуск 5 котлов на ТЭЦ-3. До декабря запустим все 5 котлов на ТЭЦ-3. И 2 газовые тепловые станции. В общем, мы дадим 1130 гигакалорий тепла. Сегодня город в пиковые, ну, сегодня у города есть дефицит от 300 до 600 гигакалорий в пиковое время, там декабрь, в морозы самые большие. А так мы сегодня, в этом году, завершив эти работы, дадим большой профицит на будущий период. Кроме того, на следующий год второй этап ТЭЦ-3 плюс третья газовая тепловая котельная. В итоге мы дадим более почти 1600 гигакалорий тепла. А сегодня весь город производит от 2,5 до 3. То есть мы даем еще дополнительно на треть мощности по теплу. Если в домах или в квартирах как-то можно это еще обозначить? Вот 1600 гигакалорий будет, да? Вот, или взять вот эти 1000? Ну это вот это 1600, это примерно на 13-15 миллионов квадратных метров жилья дополнительных. Спасибо. Спасибо. Егемен Қазақстан газеті Прена Сандыбек келесі екі сауалды жолдапты. Астана тұрғындары бұйыл ауыз судың тапшылығын сезінді, Жеңіс Махмұдұлы. Судың қысымын реттеу бойынша іске асатын жобалар қандай? Сосын астаналықтарға су үнемдеу технологияларын пайдаланатын уақыт таяған жоқ па? Жалпы мына осы айдың басында өздеріңіз жақсы білесіздер. Оңай жағдай болған жоқ. Жалпы мына қаланың тұрғындарының саны өсіп отыр. Осы жылдың басында судың тапшылығы, дефициті жалпы 25 мың кубометр су болды күнде. Қазір осы айдың бірінші декадасында Астана су арнасынан келетін қосымша тағы бір құбырды, су құбырын біз іске қостық. Ол осы тапшылықты толығымен жапты. Қазір қалада ондай мәселе тұрмайды, жоқта. Енді кеше ғана біз жаңа насос станциясында оны прессаға да бердік. Бірінші этап бойынша құрылыс жұмыстарын бітірдік. Ол қосымша 35 мың кубометр суды қаласына күніне беретін болады. Тамыз айында екінші этап бітеді. Ол қосымша тағы 70 мың кубометр суды береді күніне. Сонымен осы нысан МФС-3 және мына жаңадан берілген құбыр қалаға келе жатқан 3-4 жылға суды толығымен беретін болады. Дефицит жоқ. Енді ары қарай қаладағы мына тұрғындардың саны өсіп жатыр, құрылыс та ары қарай жалғасып жатыр. Бұл мәселені қалай шешетін боламыз? Мен баяндамада айтып кеттім. Екі жобаны қазір біз екі жоба бойынша мына құжаттарды дайындап отырмыз. Қазан айына дейін олар сараптамадан шығады және келесі жылы құрылысты бастаймыз. Ол Нұра су арнасынан 50 мың кубометрді күніне әкелу үшін қалаға және Тельмандағы насос станциясын жөндеу жұмыстары. Ол қосымша тағы 2 жылға мына мүмкіншілікті береді суды проблемасыз беруге. Ары қарай үлкен жоба ол 4-ші насос станциясы және Ертіс Қарағанды каналға құбырды тарту. Ол жоба жалпы 26-27 жылға дейін толығымен бітсе, ол алдымыздағы бір 15-20 жылға кепілдік береді. Рахмет, Жеңіс Махмұдұлы. Қала іргесіндегі саяжайларда тұратын халықтың әлеуметтік жағдайы қашан шешіледі? Ондағы қордаланған мәселелерден хабарыңыз бар шығар? Дачный массивтерді айтасыз ғой. Бұл заң бойынша ең басы сол массивтерде тұратын тұрғындардың талабы оларды қалаға тіркеуге қою. Ол тек қана өкіметтің деңгейінде шешілетін мәселе, оны заңға өзгерістер енгізу керек. Біз қаланың деңгейінде ол мәселені шешілмейміз, шеше алмаймыз. Рахмет жауабыңызға. Байге Ньюс, Скаков Алтынай. Алаңызда бар ма екен? Жоқ болса, мен оқып өтсем сұрағын. Жители Астаны замечают, что ремонтируются одни и те же дороги. Возникают естественные подозрения о коррупционных составляющих в этом вопросе. Как часто меняют асфальт на дорогах города? Насколько качественно решается данный вопрос? Ну, я в выступлении сказал, 55 километров участков дорог в городе в этом году подвергается различным видам ремонта. Это 72 улицы по городу.
И если мы по городу активно ездим, видим, что в разных частях идут работы, не только в центре. Почему вот этот вопрос возникает? Потому что, например, Мэнгликель, мне постоянно задают вопрос. В прошлом году ремонт дороги был Мэнгликель. В этом году улица Туран тоже в прошлом году ремонтировалась. В прошлом году, если вы помните, ремонтировался участок по Мэнгликель от Триумфальной арки до Дома министерств. Так? В этом году ремонтируется от Триумфальной арки в сторону мечети большой. Поэтому это одна улица, но это разные участки. Туран тоже самое. В прошлом году ремонтировалось до здания театра оперы и балета в сторону Ханшатыра, в ту сторону, на юг. В этом году ремонтируется от театра оперы и балета в сторону моста на Рэдисон. То есть это формально это одна улица, но это разные участки. Спасибо за разъяснение. Но по качеству есть вопросы. Я вижу в городе колейность по центральным улицам, трафик большой. Есть вопросы по качеству битума. По этому вопросу мы работаем с нефтеперерабатывающими заводами. Есть вопросы по качеству материалов. Рахмет. Второй вопрос. Сколько средств потратили на тушение пожара 10 июня? Какие принимаются меры по недопущению таких ситуаций? Что делается с сухостоем? На следующей неделе снова будет выше 30 градусов жары. Эксперты говорят о том, что засыпка озер привела к изменению климата и грозит экологической катастрофой. Ваше мнение по этому вопросу? Ну, во-первых, сколько потрачено на тушение пожара вот последнего? Это занимался департамент ЧС, Министерство по чрезвычайным ситуациям. Это бюджет министерства, поэтому мне сложно ответить. Я попрошу департамент, чтобы он как-то предоставил информацию. Теперь по сухостою. Действительно, в том районе от Большого Талдыколя до зеленой полосы вокруг города есть сухостой камышей. Пожар был осложнен тем, что это болотистая местность. Туда транспорт сложно было первые часы подвести. Большой сухостой прошлогоднего камыша. Камыш там десятилетиями спрессовывался, и как подушка она существует сегодня. Поэтому сейчас и с МЧС, и с научными кругами обсуждаем вопрос, каким образом избавиться от этого сухостоя. Но меры будут приниматься, я до прессы донесу окончательное решение. Есть различные варианты, как эту проблему решить. А то, что эксперты говорят о том, что засыпка озер привлекла к изменению климата? Ну, я с этим не согласен. Опять же скажу, разные мнения. Этот участок всегда был такой. Большой Талдыколь до туда не доходил. Спасибо. Жаня Уранкаева, Курсив, пожалуйста. Жанар Сердальна, прошу быть готовой. Следующая вы. Здравствуйте, Жанас Махмудович. У меня вопрос первый, связанный с тарифами. Живем мы в самой холодной столице мира, да, и финансовый блок Кабмина, он уже открыто говорит о том, что у нас будет повышение тарифов практически по всем пунктам коммунальных платежей, да. Скажите, пожалуйста, вот астанчанам остается всего 2 месяца до начала отопительного сезона, по сути, уже этой осенью сколько тысяч к платежам коммунальным прибавится у астанчан? И даете ли вы гарантию, как глава города, что ни один город, ни один ЖК у нас не замерзнет, потому что у жителей столицы уже есть страх, потому что 1,5 месяца посидели без воды. Не останемся ли мы без тепла? Женя, я прошу очень, давайте вместе корректно к цифрам подходить. 1,5 месяца жители без воды не сидели. 1,5 месяца назад был график включен. Действительно, мы ограничивали давление в ночное время. В дневное время с 2 до 6 было ограничено давление, но вода подавалась. Да? Критические были 2-3 дня, вот в начале июля, да, вы помните. Там несколько факторов. Помимо того, что был дефицит воды, были аварийные поломки на нескольких магистральных сетях. В ходе проведения строительных работ были повреждены несколько магистральных сетей. Это вкупе, вот совокупность вот этих всех причин дала вот сбой системы на 2 дня. Мы входили обратно в давление в течение 2 дней, после даже ликвидации вот этих поломок. Теперь по тарифам. Просто простой пример приведу. Стоимость кубометра воды в Астане, вы же знаете, 48 тенге. В Алмате, в Караганде, в других городах 100, 150, 120. Рядом, вот в некоторых, я не буду называть населенные пункты, за 200. То есть в Астане вода стоит в 3, в 2 раза, иногда в 4 раза дешевле, чем в других регионах нашей страны. Есть такой момент. Да? Если мы хотим, чтобы Горводоканал, да, Суарнаса, инвестировал в систему, содержал их
в надлежащем состоянии, мы должны все-таки, исходя из того, что в мире идет в целом повышение стоимости топлива, потом людям, мы, кто работает в Суарнасе или там в ЖКХ-системе, тоже хотим зарплату держать на уровне такой же, как среднегородская, да, в районе там, условно 250-300 тысяч выше. Мы вынуждены идти на эти меры. Сейчас с государственными органами, которые отвечают за это, комитет по естественным монополиям, отрабатываем. В среднем мы запрашиваем повышение в районе 15-20%. А можно вот в тысячах? Потому что люди вот сейчас получают... Женя, я вам вот в течение часа дам информацию. Предположим, если средняя квадратура 50 квадратов, сколько это тысяч тенге будет? Если 70 квадратов, сколько это тысяч тенге будет? Хорошо? А так в среднем вот в районе 15%. То есть это и за тепло, и за воду будут у нас, и за электричество, да, повышаться? Да, да. У нас электричество стоит для физического лица сегодня 16 тенге, да, за киловатт. Мы субсидируем этот тариф. Сегодня, например, вот это здание, например, или школа, или больница платит 50 тенге за киловатт. То есть государственные учреждения платят 50. За счет государственного бюджета мы субсидируем уровень тарифа для физлиц. В Алмате, например, стоимость киловатта, она выше намного. Или там в другом городе. Поэтому мы не можем на этом уровне уже в Астане держать. Мы хотим же все-таки электросети инвестировать, хотим их в порядке держать. У нас более-менее износ по всем сетям, он нормативный, гораздо ниже, чем в целом по стране, но потому что это новые сети, им 25 лет условно. Но если мы хотим, чтобы они и дальше были в нормативном графике, мы должны в них инвестировать. Угу. Уточните, пожалуйста, вот по поводу парка на Талдыколе. Мы правильно понимаем, что его не будет там? Я еще раз говорю, мы встречались неоднократно с экологами. Участие есть мнение, что этот парк нужен, а участия экологов нету такого мнения. Они просят с седьмого участка частично переброску воды на пятый участок этот провести. Этот проект мы сейчас рассматриваем тоже. Возможно, мы частично туда воду перебросим. Но, опять же скажу, нету естественных притоков для этой воды. Мы вынуждены будем с городских сетей сбрасывать воду и в Большой, и в Малый Талдыколь, потому что естественного притока нету. Талые воды за зимний период не дают этого объема воды. Почему вообще изначально с 2015 года уровень Талдыколя Большого и Малого почему упал? Еще до тех процессов, о которых вы говорите. Потому что КОС, появился новый КОС, мы начали очищать воду. Вода соответствующего качества, которая уже по всем стандартам позволяла ее сбрасывать в Исиль, мы начали ее сбрасывать с 2015 года в Исиль. И не было сброса Большой Талдыколь. Малый Талдыколь существовал за счет дренажа с Большого Талдыколя и периодических иногда переливов с Большого Талдыколя в Малый. Сейчас в Большом Талдыколе воды 1,5 миллиона, меньше. Мы правильно понимаем, что вместо деревьев и парка там вырастут новые ЖК? Не будет там ни ЖК, никаких строений не будет. Женя, спасибо. Мой второй вопрос, он касается вашего визита, так сказать, или встречи, да, в Аккорде 7 июня. Вы побывали там, как раз вы докладывались по поводу воды. А 8 июня астанчане узнали с утра о том, что экс-аким Астаны Алтай Кульгинов, он снят с должности. Вы наверняка слышали, что в социальных сетях этот вопрос обсуждался, и почему-то очень прямая такая была корреляция о том, что Женис Махмудович рассказал что-то очень интересное Токаеву, после чего, собственно говоря, Алтай Сидирович и был снят со своей должности. Разъясните, пожалуйста, нам, потому что от Аккорды мы получили только сухие данные о том, что Алтай Сидирович снят с должности, далее назначение не последовало, и все-таки у астанчан вопросы. Что такого Касымбек рассказал Аккорде про Кульгинова? Ну, я считаю, что вообще... Вы зимой мне подобный вопрос задавали, после снега, сравнивали с предыдущим акимом. Поэтому я сейчас хочу сказать, что я в тот день доложился четко только по ситуации с водой. Никаких вопросов других не было. Поэтому если какие-то по датам совпадения есть, это всего лишь совпадение. Спасибо. Спасибо. Коллеги, еще раз напомню, вопросы вне темы, пожалуйста, прошу оставить вне пресс-конференции. Прошу уважать друг друга и правила пресс-конференции.
Жанар Сердалина, Байсинский Кизет, пожалуйста. Здравствуйте, Женис Махмудович. У меня маленькая просьба будет. Да, вот вы говорите, что мы ответим на те вопросы, на эти вопросы. А если у вас будет возможность все-таки дать ответ о том, что нам с нами творят монополисты каждую зиму, когда мы получаем в январе квитанции ЕРЦ с завышенными показателями, пытаемся найти ответов. Например, лично я отправляла официальный запрос, как абонент, как житель этого города, мне ответа не пришло. И каждый раз у них находятся какие-то ошибки, каждый раз они находят какие-то причины, а потом говорят, мы вам сделаем перерасчет. Но согласитесь, физически уплаченные деньги и вот эти символические киловатты, которые они нам якобы скидывают, это большая разница. Пусть возвращают деньгами, если они ошиблись. Хорошо? Спасибо большое. Позвольте теперь непосредственно к вопросам. Строительство школ стало очень острой проблемой в Астане, и многие горожане выходили, ну, акциями протеста сложно назвать, но выражали свое резкое неудовольствие тем, что меняются планы ПДП, и что, допустим, вместо школ планируется построить там объекты, еще что-то, офисы и так далее. Скажите, пожалуйста, сколько школ необходимо сейчас в Астане по факту, сколько школ будет построено, по крайней мере, в этом году? Спасибо. Мы планируем за 2 года построить 40 школ. Это 40 школ только за счет республиканского и местного бюджета. В этом году, я еще раз повторюсь, 11 школ мы сдаем за счет местного бюджета, плюс 20, вообще еще дополнительно строится 3 школы за счет местного бюджета, итого 14. 24 школы – это комфортные школы, в этом году начинается строительство, из них 15 уже начато. 3 частные школы строятся и большой перечень инвесторов, которые хотят дальше частные школы. То есть минимум 40 школ мы сдадим. 40 школ в 2 смены, средняя там, ну, от 2000 ученических мест до 1500 в среднем. Ну, то есть мы получим под 100 тысяч, от 80 до 100 тысяч новых ученических мест. Плюс это нам дает возможность за ближайшие 2 года решить вопрос по 3-сменным школам. И у нас 8 трехсменных школ и 18 переуплотненных. Мы максимально этот вопрос за 2 года решим. При сохранении такой же динамики по миграции и рождаемости, естественно, мы должны будем сохранить эти темпы строительства. Хорошо, спасибо. Да. Второй вопрос касается организации дорожного движения и дорожной сети в городе Астана. И подписчики наши, пользователи, горожане, и я как водитель, да, констатируем, что, к сожалению, дискомфорта на дорогах прибавляется все больше, а дискомфорт для водителей – это значит поведение, это внешний вид города, это внешний вид людей, это состояние дорожной сети и так далее, да, то есть вот, к сожалению, вот… Пробки, они становятся просто стихийными, количество светофоров растет, там, где, допустим, они должны разгружать, наоборот, они создают пробки. И хотелось бы услышать, если есть какие-то перспективы о том, как будет разгружаться дорожная сеть. И второе, позвольте вас, Женис Махмудович, пригласить, давайте совместно с вами проедем по самым таким трудным улицам, по самым таким бедовым улицам, где всегда заторы, или где есть, скажем, явные перекосы с организацией дорожного движения, и, может быть, посмотрим, что там можно будет сделать дополнительно, потому что, ну, в последнее время ездить это невозможно, не говоря уже о том, что большие проблемы с парковкой. Хорошо, вопрос понятен. Количество людей, еще раз повторюсь, в городе растет, ну и количество машин, соответственно. В город ежедневно заезжает до 150 тысяч, вот локальная миграция местная, они все тоже на машинах заезжают в город. Поэтому есть проблема трафика, есть проблема пробки на дорогах. В этом году значительно мы разгрузим, например, центральные улицы Мэнгликель, Джанбек-Кирей, Туран и так далее за счет запуска или ввода в эксплуатацию моста Тавельсиздак. То есть справа на левый берег появится еще дополнительная транспортная артерия, которая будет соединять. То есть автомобилисты уже на М1, М2, М3 в сторону Редисона будут меньше ехать, больше отсюда. Кроме того, мы планируем начать строительство в следующем году нового моста через остров, который продолжение Кенесары улицы. Это выход на Кургажинскую трассу. То есть эта работа будет продолжена. Более того, создается специальная компания в Астане, которая будет управлять мостами, потому что их уже становится 9, да, через Большую реку. А еще подземные переходы, надземные, то есть потребность такая появляется. Готов с вами после Дня города проехать, посмотреть участки и там подробно вам дать разъяснение по развитию транспортной системы города. Хорошо, спасибо большое. Ага, спасибо. Айнур Коскина, Вести Кейджи. Айнур, ваша очередь.
Пожалуйста. Я прошу прощения, здравствуйте. Просто в зале очень плохой звук, очень плохой. И чтобы слышать то, что вы отвечаете, мне приходилось сидеть в наушнике и слушать онлайн-трансляцию. Поэтому. А там идет с запозданием немножко. У меня вопрос касательно того же ЛРТ. Вы только что моему коллеге сказали про то, что 50 миллиардов вот выделено первый транш. Скажите, пожалуйста, вот меня как жителя Астаны интересует, когда начнется конкретно сроки строительства? Когда будет сдана первая очередь? И какой участок это будет? Это вот как дополнение к вопросу моего коллеги, а мой вопрос тоже про ЛРТ, но он немножко другой будет. Первый участок от аэропорта, поворот на стеле по Кабанбай-Батыра. Дальше через город мы идем на вокзал Нурлыжол. 8 станций будет. И 5 поездов. Первая очередь когда будет? Первая очередь мы планируем в течение 2 лет завершить это. То есть в 2025 году будет сдана первая очередь? Мы планируем так. Угу, хорошо. Тогда у меня тоже касательно ЛРТ, но купонного вознаграждения по займу. Я вот у вашего предшественника в буквальном смысле слова выбивала, сколько же по купонному вознаграждению мы заплатили. В прошлом году, я знаю, там от 5 до 7,5 миллиардов. Сколько в этом году заплатили по купонному вознаграждению вот по тем долгам? Потому что там... И откуда эти деньги берутся? Потому что CTS денег дать не может, убытки, да? Это бюджет вообще? Города, это бюджет города. Вознаграждение, объем остался тот же самый, о котором вы говорите. 5-7,5 миллиарда. Это процентная ставка 4%. Это по нынешним временам, это хорошая процентная ставка. То есть я правильно понимаю, 5-7,5 миллиардов тенге? Тенге. В этом году, в марте, мы заплатили по этому купонному вознаграждению. Мы заплатили половину от этой суммы, половина будет осенью. Ага. И еще столько же? Нет, не еще столько же. В итоге мы заплатим около 6 миллиардов. Около 6 миллиардов. А смотрите, ТО имеет непокрытые убытки. Насколько я помню, около 160 миллиардов тенге. Образовавшиеся в том числе из-за вот этого проекта через Астанабанк, да. Угу. И их обязательства на себя взял городской бюджет, получается, так? Нет, только по данному... Вот по этому вознаграждению, по облигационному займу, да. Угу. А у бюджета есть такие деньги? Или вы все-таки берете это у правительства в республиканском бюджете? Ну, на осень мы планируем за счет городского бюджета. А в марте? В марте мы воспользовались помощью правительства. Угу. Понятно. Второй вопрос у меня касательно... линейного парка. Вчера мы там увидели большую новость, что линейный застраивать, я как житель того района, что застраивать не будут, но мы сейчас видим, что вот за тем общежитием, где живут строители Абу-Даби Плаза, уже ограждение сносят, но никаких работ не ведется. То есть когда и как? Ведутся работы по проектированию парка. Линейный парк будет продлен и будет продлен до ботанического сада. То есть 2 квартала, там, где стояли общежития, где еще стоят общежития, там будет линейный парк, продолжение. Когда? В следующем году начнем строительство уже. В этом году проектная работа. Для того, чтобы начать строительство, надо, чтобы эти общежития же ушли. Они должны уйти в течение этого года. До конца этого года общежития? Мы планируем, что с Абу-Даби договоренность такая, что в следующем году до начала строительного периода, до апреля, их не должно быть. Угу. Ну и такой маленький вопрос. Сейчас... Еще раз хочу сказать, там никакого строительства не будет зданий и сооружений. Ни жилья, ни административных и так далее. Будет парк. Угу. Такой вопрос. Сейчас как грибы после дождя начали расти вот эти вот овощные ларьки.
которые, они в буквальном смысле слова заграждают движение автотранспорта по основным дорогам, то есть они ставятся на тротуарах, пытались даже поставить на территории, которая вообще принадлежит кондоминиуму, вот по улице Алматы конкретно. Когда мы начинаем проверять и запросы посылаем в тот же... СПК. Да, в СПК. СПК говорит, мы не имеем к ним отношения. Как с этим бороться? Потому что ну, невозможно, там... Помимо того, что никто не платит за вывоз мусора, то есть это все ложится на наши плечи жильцов, невозможно ездить, невозможно просто выезжать из паркинга, потому что там постоянные парковки, и вот такое чувство, что мы ну, ни разу не в столице живем. Уважаемая Айнур, абсолютно правильный вопрос. Мы начали такую кампанию в мае, проводим ревизию всех подобных объектов торговли. Зачастую они стоят во дворах с 90-х годов или пристроены к первому этажу. Также вы об этом говорите. Не всегда есть санитарные условия вокруг них. Видим определенное сопротивление, потому что люди там работают, заработную плату получают, за счет этого как-то живут. Поэтому мы хотим найти какое-то соломоновое решение для того, чтобы и людей без работы не оставить, в то же время это узаконить. Там, где невозможно, где незаконное подключение к электроэнергии, к воде, к канализации, естественно, мы будем сносить. Поэтому вопрос ваш абсолютно правильный. У нас есть такая задача, я могу тоже подробно, если хотите, дать по каждому району, сколько подобных ларьков стоит, сколько будет легализовано, и они будут в легальном русле платить налоги и зарплату, а сколько уйдет с рынка, и мы их снесем. Хорошо? Новых через СПК практически не дается. Только в особых случаях, когда вот... Ну, социально нуждающие группы, это специальная программа, 1000 торговых точек, только в рамках этой программы, ни больше, ни меньше. Кто-то уходит, кто-то на место встает. Но это модульные ларьки, которые вот, они теперь, внешне теперь, похожи на те, теперь, которые СПК. Мы жалуемся, что нам тяжело и нам ну, мешают ларьки, а у нас появляются вместо одного два ларька, друг против друга. Вы, пожалуйста, обратитесь, можете написать там мессенджер, личку куда-то. Я разберусь по каждому этому поводу. Спасибо. Хорошо, спасибо. Дамир Байманов, Бесмедиа. Здравствуйте, Женис Махмудович. Одна из больших проблем в городе – это нехватка автобусов и водителей. И скажите, пожалуйста, по каким условиям Акимат субсидирует автобусные парки, каким автобусным парком выделяется это субсидирование, каков объем на этот и следующий год? Сколько вообще себестоимость проезда на общественном транспорте стоит? И еще один уточняющий вопрос. Ездите ли вы на общественном транспорте и какую оценку вы бы дали? Вы знаете, что стоимость проезда с 2012 года не менялась, так? Стоимость проезда в общественном транспорте, я думаю, по другим городам и регионам Казахстана цена, она примерно одинаковая и не менялась. В районе, вот, ну, везде по-разному, наверное, но вот в районе 800 тенге. В зависимости, вы платите электронно или как-то. Теперь за это время вы знаете, что стоимость бензина выросла, стоимость самого автобуса тоже выросла, заработная плата с 2012 года за 10 лет тоже же в целом в отрасли выросла, да, у водителей. Но билет не меняется, поэтому государственные органы в лице местных исполнительных органов субсидируют это. Потому что если не субсидировать, вот вы правильно спрашиваете вопрос, себестоимость, стоимость проезда в автобусе будет более 300 тенге. А электронные вот, электробасы, да, там более 400 тенге будут электробасы. Дизельные и бензиновые, они выйдут больше 250 под 300. Поэтому государство субсидирует для того, чтобы люди могли ездить по такой цене. Фактически это социальная цена. Мы субсидируем порядка 30 миллиардов тенге ежегодно. Город платит автобусным паркам, чтобы цена на проезд была такой-то. Теперь мы не субсидируем этот парк, а другой не субсидируем. Такого подхода нет. Все маршруты, которые определяются как социально значимые, субсидируются в зависимости от пассажира километра, то есть от протяженности, от количества пассажиров, одинаково. Теперь дефицит автобусов, вы вначале сказали. Сегодня 400. В рейс выходит ежесуточно 907, там 950 автобусов. Это количество автобусов, оно было и раньше. Население города растет. Мы видим потребность, примерно 1500 автобусов должно выходить в сутки. Поэтому приняли решение в этом году, мы благодарны Байтереку,
через ФРП, это бывший БРК лизинг, мы приобретаем в лизинг автобусы казахстанского производства, вот и семейские, и саранские, и другие автобусы, все, которые в Казахстане производятся. Вот первые приходят 90 в этом месяце, из них уже 30 пришло, в том числе порядка 20 там будет электрических автобусов. В целом до конца года, с учетом первого автопарка коммунального, это около 300 автобусов, и 4 частных автопарков, это еще 100. 400 автобусов в новых городе будет. И следующий вопрос, я не могу не задать его. Вот с момента вашего назначения прошло 7 месяцев, и когда мы несколько раз обращались с запросом на то, чтобы организовать с вами интервью, в Акимате сослались на то, что вам необходимо время, чтобы вникнуться в проблемы города. И вот сейчас я хочу публично узнать у вас, спросить, готовы ли вы и сможете ли теперь дать нам, нашему изданию интервью? Никаких проблем по интервью нету. Я давал до этого интервью. И другим изданиям, пожалуйста, с вами после Дня города готов встретиться. Угу. Хорошо. Дамир, у нас присутствуют сотрудники пресс-службы. Как Марал, можете обратиться. Сержан Молитбай, Сотрепорт, направил 2 вопроса. В городе огромная трагедия с тротуаром и велоинфраструктурой. Велоинфраструктура за последние годы только деградирует. Как и когда будет решен данный вопрос? Ну, в городе ежегодно ведутся работы по строительству и тротуаров, и велосипедных дорожек. Вы знаете, достаточно протяженная у нас линия велосипедных дорожек. Есть конкретные планы и на этот год, и мы можем дать эти карты, где они будут продолжены, где будут работы по ремонту проводиться и так далее. Хорошо? Uh-huh. А по тротуарам, вчера только я был, например, в Индрес и Кирпичный, там проводил встречи с населением. Все новые ремонты, связанные с улицами, они с собой сопровождаются с ремонтом тротуаров. Такая же работа, вот недавно мы проводили встречи с населением в Уркере, Ильинка бывшая, там тоже эти вопросы. По всем пригородам это один из важнейших вопросов. Мы нигде не ремонтируем дороги без тротуаров. Стараемся заходить комплексно. Угу. Спасибо. Второй вопрос, Женис Махмудович. Когда на парковке возле онкологии наведут порядок, оптимально сделать одностороннее движение в парковочном кармане? Места для инвалидов постоянно блокируют лица без инвалидности, блокируют своими машинами вход на территорию онкологии. В зимнее время тротуар вдоль онкологии плохо и редко очищается от снега, и на тротуаре паркуют машины. Хорошо. Конкретный вопрос по конкретному участку. Я разберусь. Угу. Я думаю, спасибо. Решим этот вопрос. Рахмет. Я вот в продолжение, вот сейчас коллегам отправил запрос. Угу. Существующие велодорожки протяженность 87 километров, в планах города еще построить 80. Спасибо за уточнение. Айнур Махади, Стан Кизет, президент Келей Байланста. Айнур Хан. Хайрлы күн. Сұрақтарыңыз. Менің бірінші сұрағым. Әлеуметтік желіде астаналықтар автобуста туристердің көлік ақысын төлей алмай қиналатын айтып шағымданып жатыр. Себебі жол ақысын тек онлайн түрде төлеу қарастырылған екен, ал қолма-қол ақша алу алынып тасталыпты. Енді олар қысқа мерзімге келгеннен кейін біздің сим-карталарымызды сатып алмайды, және оларда Каспийде жоқ екені белгілі. Осы қарапайым нәрселерді дұрыстай алмасақ, елордадағы туризм қалай дамымақ? Басқаша, бізде оңай компания системасы жұмыс істемейді, бізде Астанада басқа компания. Екіншіден, қолылма ақшамен төлеуге болады. Бірақ билеттің құны басқа болады, 150 теңге. Біз кеше сұраған болатынбыз көлік басқармасынан. Олар осы автобус жүргізушілерінің көңілін бөлмеу үшін қолма-қол ақшаны алып тастағанын айтты. Жалпы мына нақты бір маршрутта мына жүргізушінің сондай талабы болса, ол мәселе бойынша маған нақты ақпаратты берсеңіз, біз оны қолға алып түзетеміз. Жалпы қала бойынша ереже солай. Қарастырылмаған ба туристерге арнайы? Мысалға әуежайда да карта алмайды екен. Жоқ, ол наличный ақшамен төлеуге болады, бірақ билеттің бағасы басқаша болады, 30%-ға қымбат. Енді нақты бір маршрутта мына жүргізуші туристерден наличный ақшаны алмаса, ол мәселе бойынша мен оны тексеремін де, және тәртіпке шақырамыз оларды. Рахмет. Екінші сұрағым,
ашық дерек көздерге сүйенетін болсақ, сіздің отбасы мүшелеріңіздің көпшілігі Астанада қатысып жүргізеді екен. Бұл жағдай сіздің жұмысыңызға кедергі келтірмей ме? Жалпы мемлекеттік сатып алулар кезінде немесе белгілі бір шешім қабылдар кезде мүдделер қақтығысы болмай ма? Айнұр ханым, бұл жеке бас мәселесі ғой. Біз журналистер халық пен билік арасындағы көпір болып саналамыз ғой енді. Бүгін біз баспасөз мәслихатында тұрғындарды мазалайтын сұрақтарды ғана көтереміз. Тақырып аясында сұрағыңыз бар ма? Комментарий тақырыптан тыс қойса, баспасөз мәслихатынан тыс қойсаңыз болады. Менің сұрақтарым болса, мен келесі журналистке көшемін. Қазақстан ұлттық арнасы Әлімжан Сабыржанұлы кезекте. Жалпы мына қазір қойылған мәселе бойынша жауапты берсем қысқаша комментарий ретінде. Онда ешқандай проблема жоқ. Мен өзімде мына отбасымның мүшелерінде ешқандай ондай бизнес жоқ. Сондықтан мына сатып алу процесіне ешқандай кедергі және мына конфликт интересов дейді, ондай ештеңке жоқ бізде. Рахмет жауабыңызға. Керек болса ресми түрде оған осы мәселеге тағы да жауап берейін. Әлімжан Сабыржанұлы, Қазақстан ұлттық арнасы, мархабат. Қаланың тұрғыны ретінде бір пікірім, тілші ретінде бір сұрағым бар. Мына абаттандыру, қаланы абаттандыру мәселесі, бұрын мына біздің үйлердің ауласы өзінің мына кооперативтер өзіне тиесілі жерлерді ғана тазалайтында үйдің арасы нашар болатын тазалануы. Биыл осы көктемнен бері бір жақсы көңіл сыйлап жатыр. Таңертең төртте қарайсыз, арнайы форма киген сол жұмысшылар ауланы тазалап үйдің арасы қалыпқа келіп қалды. Қаланың тазалығы деген қашанда ол бірінші кезекте болу керек. Сондықтан бұл жұмысты жақсы жұмылдырғандарыңыз үшін рахмет айтып қойға болады. Өз аңдасаңда жоқ-жоқ дей бермей, жақсы нәрсені де айтқан дұрыс қой. Енді сұрағым, сіз президенттің алдында болғаныңызда есебіңізде биыл 25 инвестициялық жоба жүзеге аспақ дедіңіз. Ол 2000-ға тарта жұмыс орнын ашуға септігін тигізеді дедіңіз. Енді бұл жұмыспен қамту астаналықтарды, әсіресе жастарды, бұл өте үлкен маңызды мәселе, осыны бір тарқатып айтып берсеңіз, ең негізгі қандай жобалар? Біздің жоспарымыз жылдың соңына дейін бір 60 мың жұмыс орны ашу. Оның жартысы тұрақты жұмыс орны. Оның ішінде мына сіз айтқан 25 жоба бар. Олардың ішінде мына арнайы экономикалық аймақта мына завод фабрикалар да бар. Оның ішінде мына жекеменшік мектептер де бар. Жекеменшік балабақшалар да мына инвестициялық жобалар ғой бәрі. Қаражатты мына жекеменшік инвесторлар өздері тартып отыр қалаға. Сондықтан және мен баяндамамда мен айтып кеттім, қалада жұмыс істейтін азаматтардың 70% шағын және орта бизнесте жасап жатыр деп. Сондықтан қазір біз арнайы бағдарламаны бастадық, жол тап деген. Мына посуточный жұмыс істейді, сосын мына базарларда жұмыс істейтін азаматтарды тартып, қысқа мерзімде жаңа профессияларға оқытып, сол мына үлкен Магнум сияқты басқа да осындай жұмыс орындарына жұмысқа орналастыру. Ол жұмыс қолға алынып отыр және өзімізге жоспар қойып отырмыз. 60 мың жұмыс орны ашу, ол мен түсініп отырмын, өте үлкен амбиция, бірақ кем болғанда 30 мыңды жылына біз ашамыз. Рахмет. Жаңа журналистер мерекесімен құттықтап жатсыз. Қарызға қалмайық, сізді келе жатқан Астана күнімен құттықтаймыз. Ортақ мерекеміз ғой, құтты болсын бәрі. Рахмет. 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 Мадина Жатқанбаева, Хат Медиа өз сауалын жолдапты. В феврале 2018 года блоки Б и В дома 16 по улице Нажмеденова сданы в эксплуатацию с нарушением сметных норм и правил. Все нарушения управлением контроля качества городской среды и комитетом ЖКХ Министерства индустрии доказаны в суде. Есть на сегодня два судебных акта по восстановлению технических этажей и об устранении допущенных нарушений по входной группе. Как был подписан акт ввода в эксплуатацию? Скажите, пожалуйста, как подписали авторский и технический надзор и как на учет поставил управление архитектурой? Ну, мне сейчас сложно, наверное, ответить за подписанные документы там, за предыдущие периоды, но я конкретно адрес, который вы обозначили, записал, разберусь и вот журналисту ответ дадим. Но хотел бы сказать, сегодня мы утром также проводили акимат прием граждан, и один из вопросов был подобный. Действительно, есть такой факт, когда технические этажи превращаются в дополнительные жилые этажи, потом появляются дополнительные жители, потом перепланировка без согласования проводится с ГАСКом,
и перед фактом ставятся государственные органы, что перепланировка. Более того, эти этажи уже проданы кому-то, и выселить оттуда людей сложно. Поэтому я знаю, что сейчас комитет по делам строительства, соответствующее министерство, внесло нормы по требованиям по этим домам. Технические этажи на верхних этажах теперь уже их нету. То есть многие, по многим таким вещам ставятся барьеры, чтобы в будущем подобных нарушений не было. Конкретно по этому случаю, если есть тем более судебные решения, мы разберемся и приведем в соответствие. Спасибо большое. Так, біз кезекте Айнур Шошаева халығыны. Айнур ханым. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Менің сұрағым, кеше Астана әкімдігі Елорда күнінде 100-ден асам мәдени спорттық бұқаралық шаралар өтетінін мәлімдеді. Бірақ Астана күнінің бюджеті туралы айтқан жоқ. Елорда күнін тойлауға бюджеттен қанша қаржы қарастырылған? Жалпы 100-ден астам әртүрлі шаралар өткізіледі. Оның 80% өтті. Оның 90% бюджеттен емес, өткізетін органдар, мекемелер өздері төлеп отыр. Ол қаланың бюджеті емес. Біздің бюджеттен бір 300 миллиондай теңге біз жоспарлап отырмыз. Бірақ ол 300 миллион теңге жыл сайын жазда өтетін шараларға көзделген. Биыл да сол көлемде. Қосымша бірдеңке болса, ол тек қана спонсорлық реттен. Екінші сұрағым, қаладағы екі инвест жобаға қатысты. Бірі биыл аяқталады. 2018 жыл қалада Сергек жобасы басталған болатын, биыл ол аяқталуы тиіс. 5 жылдың ішінде бұл жобадан қанша түсті, жалпы қанша түсті, әрі оның нақты қанша сомасы қалалық бюджетке тиесілі. Одан кейін жаңа жоба келісім жасалама, жасалса қандай шартпен? Күзде мына өзіңіз дұрыс айтып отырсыз, 5 жыл мерзімі өтіп отыр, күзде жаңа конкурс өтеді. Сергек және басқа компаниялар оған қатысайын деп отыр. Соңғы жылдары мына қаланың бюджетіне түскен қаражаттың көлемі 25 миллиардтан 30 миллиардқа дейін. Оның бәрі қаланың бюджетіне түсіп отыр. Екінші жоба бұл ақылы тұрақтар. Жаңа өзіңізде бір сұрақта болды. Бұл ақылы тұрақтардың жобасы 20 жылға жасалған екен келісім. Келісімде 95% инвесторға, 5% бюджетке түседі деген. Бұл ол пропорция бөлінді. Келісім шартқа өзгерістер енгізілді. Қазір 25% ол әкімшілікке қарайды. Әкімшілікке. Рахмет. Рахмет. Орда кезет Илья Астахов, с нами также на прямой связи. Илья, добрый день. Илья, микрофон, пожалуйста, включите. Здравствуйте, слышно меня? Здравствуйте, да, ваши вопросы. Здравствуйте, Женис Махмудович. Ранее в Астане говорилось уже о том, что Акимат когда-то выдал бесплатно семье Назарбаевых острова, вот, точнее, один остров на окраине города. Что выдал? Вопрос такой, будут ли как-то эти земли изымать обратно в государственную собственность или нет? Что выдал, повторите, пожалуйста. Илья, повторите, Акимат. Пожалуйста. Не слышу. Плохо слышно, да? Илья, у вас сопутствующий звук, да. Слышно сейчас? Да, а. Еще раз, пожалуйста. В прошлом году поднимался уже скандал о том, что выяснилось, что остров на Ишиме в Астане когда-то Акимат отдал бесплатно, вывел из государственной собственности, отдал семье Назарбаевых. Будут ли его возвращать обратно, ну, эти земельные участки, обратно в государственную собственность? У меня сегодня такой информации нету по возврату или по передаче. Если соответствующие органы этим занимаются, наверное, они вам готовы дать эту информацию. Пока я вам ничего не могу сказать. Угу. Следующий вопрос, Илья. Да нет, все, спасибо. Спасибо, до свидания. Боржан Шаяхмет, ТДК 42. Когда откроют ваучеры по арт-спорт, ныне Даму Бала, почему Даму Бала работает плохо? Очень много шероховатостей. Ну, по арт-спорту ваучеры, они с начала года открыты. Мы как минимум в объеме прошлого года, это порядка 7 миллиардов тенге, планируем финансировать эту программу арт-спорт. А Даму Бала это определяется на конкурсе. Их всего в Казахстане, насколько я знаю, две подобные платформы. Они имеют соответствующее разрешение от министерств, поэтому ну, две стороны у этого вопроса.
постоянно или одна сторона, или другая сторона друг друга критикуют. Поэтому, я думаю, потребители услуг сами скажут своим, там, будут голосовать ногами, когда будут ходить на эти кружки, секции, и потом по итогам года скажут, кто лучше отработал. Рахмет жауабыңызға. Телеканал КТК, Дубинский Евгений. Мерей Қали Асқар, дайын тұрсаңыз. Да, добрый день. Я хотел бы вот поподробнее узнать о программе реновации. Дело в том, что я вот сам делал, допустим, сюжет о жителях на улице Сырдарья 80, которые уже там десятилетиями живут под высоковольтными ЛЭП. Да, и акимат каждый год обещает снести их жилье, но этого не происходит. И вот у меня вопрос первый, это, допустим, вот Сырдарья 80, ну, можно сказать, что это, по-моему, район Горбатого моста, будет ли там реновация проходить? И второе, по каким критериям вы определяли первоочередность того, вот нужно дом сносить или нет? Спасибо. Улица, о которой вы говорите, под высоковольтными проводами, рядом улица Асанкайга, в этом году туда выделяются большие средства на снос. В прошлом году на ту улицу, о которой вы говорите, порядка 500 миллионов выделено было, и первые дома пошли под снос. Сейчас на первую половину года мы выделили такую же сумму, на вторую планируем увеличить еще раз. То есть порядка миллиарда туда под снос пойдет. Улица Асанкайга сносится, почти 4 миллиарда тенге туда выделяется, потому что там будет строиться новая большая дорога, которая будет вести, как вы говорите, к Горбатому мосту. Теперь по очередности. Никаких каких-то особых условий нету, что покупаем, ну, там, в шахматном порядке этот дом или там через два дома третий, будет подряд уходить. То есть, чтобы завтра никаких вопросов не было, что того дом раньше снесли, мой позже, они будут идти по порядку. Вот уточняющий вопрос. А Санкайгэ, насколько я помню, это вот соседняя улица. Это соседняя улица. Да, а вот именно Сырдарья, то есть там практически вот еще там наклоненный столб, я точно помню. И вот прям дома прям под линиями идут, можно сказать. Вот именно улица Сырдарья пойдет под снос? Конечно, она идет с прошлого года под снос. В прошлом году было выделено 500 миллионов тенге. В бюджете этого года такая же сумма предусмотрена, осенью будем добавлять. А Асанкайга финансируется с республики снос, потому что там будет строиться большая дорога. А здесь снос идет в связи с тем, что ЛЭП над ними проходит. И второй вопрос. И по реновации в целом бы хотел. Да. Мы в марте месяце, в соответствии с поручением главы государства, программу реновации пересмотрели. 206 домов, признанных аварийных, включили эту программу. Это порядка 14 тысяч квартир. И мы планируем до 30 года их переселить. Если ежегодно по программе реновации под снос уходило порядка 300 квартир, или 300 квартиросъемщиков получало новые квартиры, то со следующего года это 700, потом 1000, и с увеличением, чтобы 14 тысяч мы до 30 года закончили. То есть это начинается большая программа реновации в городе. В основном это, конечно, тот же УНДРС, лесозавод, кирпичный, железнодорожный, ну, то есть пригороды. Там, где есть до сих пор еще строение 50-х, 60-х годов, бараки двухэтажные и так далее. И второй вопрос, если позволите, про стихийные свалки, которые образуются в основном вот, в результате строительного мусора. То есть строительные компании то ли ленятся, то ли им выгодно просто заплатить штраф, они скидывают это, значит, где попало. И вот мы были в Гаржиш-Сапары, и там говорят, что мы отслеживаем, даже с космоса их видно, да, эти свалки, мы отслеживаем. И говорят, каждый год мы отслеживаем, в одном месте убираем, в другом появляются они. Вот, значит, какая вот работа ведется в этом направлении? Планируются, может быть, какие-то более выгодные условия для там, строительной компании, либо других заинтересованных лиц, или открытие нового полигона? Вот можете рассказать, пожалуйста? Очень точная информация у вас. Гаржсапары в прошлом году городу определил порядка 550 мест стихийных свалок, несанкционированных. Абсолютно правы, то, что это строительный мусор, но это мусор отделочные материалы, то есть в ходе ремонта квартир уже в основном формируется этот мусор. Строительные компании сами не сбрасывают, они же это в аутсорсинг отдают компаниям, которые вывозят. Формально они не виноваты. Хотя я уверен, что наверняка они знают, куда этот впоследствии мусор с их площадки уходит. Поэтому
мы начали в этом году максимально. Мы примерно сами знаем, кто с какой площадки везется, пусть даже это уже владельцами квартир вывозится, но заставляем строительные компании нести солидарную ответственность по вывозу мусора. Это раз. 280 таких несанкционированных мусорных свалок было ликвидировано с прошлого года, вот с зимы прошлого года за год. Большая работа в прошлом году была проведена. Но итоги зимы этого года опять образовываются в новых местах, как вы сказали. Теперь, в прошлом году акимат начал реализацию программы по новой городской, получается, по хранилищу мусорных отходов, северная гряда, так называемая, именно для строительных отходов. В марте месяце этот полигон начал работать. Буквально 2,5-3 месяца назад. Теперь строительные компании знают, куда можно отвозить, складировать. Единственное, говорят, что тариф по приему мусора достаточно дорогой. Сейчас отрабатываем. Возможно, тариф будет снижаться. Возможно, это будет бесплатное складирование для того, чтобы строительные компании вывозили уже санкционированные в одно место. Хорошо, спасибо. Спасибо. Катакатили Арнаса, Халяс Харш, Мерей Базарлы. Армысыз, бірінші сұрағым, Талдыкөл, Башан, Омар зираттарын бұзып, үстіне үй тұрғызады деген естідік. Марқұмдардың ұрпақтары араша сұрап редакциямызға хабарласқан еді. Енді өткен аптада ол қорымдарға ресми мәртебе беріледі деп Нұра әкімдігі айтқан еді. Сол жөнінде айтып өтсеңіз. Ол жерде үш осындай зират бар. Өздеріңіз өткен аптада мына ақпаратты естідіңіз шығар. Бұл мәселе шешілді. Ол ресми түрде оған өзінің мәртебесі берілетін болады. Болды. Қандай мәселелер жоқ, сол мәселені көтерген халық қазір риза. Және ЛРТ-ні айтып едіңіз ғой, жаңа 2 жылдың ішінде бітуі тиіс деп. Енді сол ЛРТ-нің бойымен өтетін Қабанбай Батыр көшесіндегі үйлер, яғни Сауран, Инфинити тұрғын үйлері қасбеттеріне қатысты жөндеу жұмыстары бола ма? Мәселен, кафельдері сияқты бірнеше олқылықтар бар түсіп жатқан. Ол ЛРТ-ға байланысты емес қой, жалпы қалада ондай үйлер аз емес. ЛРТ-нің бойында да, басқа жақта да, басқа аудандарда. Қазір біз келесі жылы мына жеті бочка дейді ғой, содан бастайын деп отырмыз. Оның да мына кафелі басқа жағы да құлап отыр. Ондай үйлер аз емес. 2 жыл бұрын заңға өзгерістер енгізілді, енді жергілікті бюджеттен осындай жұмыстарға қаражатты бөлуге мүмкіншілік бар. Бұрын тек қана КСК арқылы ондай жұмыстар өткізілетін. Енді біз бюджеттен көмекін беретін болдық. Және мына сіз айтқан Infinity, басқалар да ондай жұмыспен қамтылатын болады. Бірақ оның өзінің кезегі бар. Ондай үйлер бір емес, он емес, жүздеген үйлер бар. Жақсы, рахмет. 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 Шадра Мүсілім Айқын газетінен екі сауал жолдапты. Оның бірі Талдыкөл, кіші Талдыкөл мәселесіне байланысты. Оны өткізіп жіберсек уақыт алмай. Бірінші сұрағы. Астана қашан толық газдандырылып, көмірден бір жола бас тартады? Мен баяндамада айтып кеттім. Жалпы бұл жұмыс атқарылып жатыр. Қазір 12 мың абонентке газ берілді. Және биылда қосымша осындай жұмыстар атқарылатын болады. 2 мынау ТЭЦ 1 мен ТЭЦ 2 толығымен 16-17 қазандығы газға өтті. Және мына локальды қазандықтар да 17 болды. Олар да мына газға қосылып жатыр қазір. Бұл жұмыс жалғасын табады және газды біз Шұбарға апара жатырмыз, Үркерге де, басқа да мына осындай аудандарға. Рахмет жауабыңызға. Нұркизет, вопрос по базе отлова собак и кошек в Астане, которым управляет ветсервис. Это место все, кто помогает животным, называют концлагерем, поскольку деньги, которые ветсервис должен тратить на еду и лекарства для животных, он куда-то девает. Животные голодают и живут в ужасных законах. На еду и лечение им собирают волонтеры. На эти хищения уже много лет закрывают глаза. Может, вы, как новый аким, наконец вернете деньги животным? Мы встречались несколько раз с волонтерами, с активистами, которые занимаются защитой животных. В частности, вот Стоп Отлов и еще несколько организаций. В прошлом месяце мы встречались. Угу. Договорились так, что там, о том месте, где вот приемник для этих собак и кошек, будет построено 500 вольеров сейчас. Дополнительно эти организации попросили земельный участок, мы прирезаем там дополнительно 2,5 гектара. Но есть жители того района, которые живут в районе спеццона, у них другое мнение. Они не хотят, чтобы там мы дальше, дальнейшее развитие вот этого места проводили.
просят вывести за город. Поэтому мы принимаем решение, что питомник будет за городом, и свои обязательства по строительству вольера все мы сохраняем, поэтому мы с активистами этого движения плотно работаем и находим решение. Угу. Решение есть. И по следующему году по бюджету, по стерилизации вот этих животных, по кормлению у нас договоренности есть. Угу. Сейчас, Махмудович, волонтеры сообщают, что Акимат готов передать отлов в управление волонтерам, но в таком случае не собираются выделять бюджет на еду, как это сейчас выделяется в ветсервисе. Это не так. Видимо, это те же самые волонтеры, которые встречались со мной вот месяц назад, вам пишут. Мы действительно договорились, что мы готовы им доверить на управление, отдать этот питомник. Более того, мы построим 500 вольеров, дополнительную территорию под будущее развитие отдадим, и отдадим уже с ремонтом. И далее, естественно, те средства, которые ежегодно выделяются на стерилизацию, какие-то другие вещи, уход, содержание этого питомника, мы будем предоставлять тем, кто управляет этим питомником. Спасибо за ответ. Елорда-Инфо, Венера Баталова. Пожалуйста, к микрофону. Алина Имамбаева, Райхан Рахметова. Пожалуйста, тоже будьте готовы. Скажите, пожалуйста, какие изменения в социально-экономическом развитии столицы за последние 6 месяцев текущего года вы хотели бы особо отметить? Ну, начнем с того, что я в своем выступлении говорил, что 70% жителей города, трудоспособного населения, работает в малом-среднем бизнесе. Будущее этого города, мы понимаем, что строительство когда-то, это как в любой новой столице, через 30-40 лет он начнет динамика строительства как-то снижаться. Поэтому мы активно готовимся к созданию новых рабочих мест и сфер экономики в городе, связанных с малым-средним бизнесом. За последние 6 месяцев, что можно сказать, за 6 месяцев сложно как-то структуру экономики города поменять, но мы готовимся к этому. Мы готовимся к тому, что это должен быть транспортным хабом наш город. Да? Мы находимся в центре Казахстана. Через нас проходят и железные, и автомобильные дороги, которые связывают Китай или вот азиатскую часть Евразии с Европой, через Россию, через Кавказ и так далее. То есть у города много вызовов, но в то же время много возможностей. Поэтому мы понимаем, что город должен стать и финансовым хабом нашей столицы, финансовым центром и транспортным центром. И мы планируем развивать здесь туризм. В то же время любой миллионный город, а мы уже полтора почти миллиона, стремимся к двум, он это живой организм, который сам себя может обеспечить за счет малого и среднего бизнеса. Малый и средний бизнес более адаптирован к любым каким-то международным финансовым ситуациям сложным, изменениям там, рынка на какие-то наши условно экспортные продукции и так далее. Поэтому мы видим будущее города как город малого и среднего бизнеса. Угу. Нет, да, больше вопросов. Угу. Алина Имамбаева, «Вечерняя Астана». Добрый день, Женис Махмудович. Меня зовут Алина, я представляю газету «Вечерняя Астана». У меня вот такой вопрос. На сегодняшний день на левом берегу строится большое количество ЖК. В связи с этим жители жалуются на то, что автобусы к ним не ходят, и также недостаточно их количество. Скажите, пожалуйста, как планируется развивать систему общественного транспорта? Ну, мы вначале уже проговорили, что дефицит в городе по общественному транспорту есть. В этом году 400 автобусов приходит. Сейчас мы активно занимаемся подбором персонала для обслуживания этих автобусов. 400 автобусов значительно разгрузят существующую маршрутную сеть. К существующим маршрутам добавятся новые маршруты и в пригороды, и в центре города, в том числе в те жилые массивы, о которых вы говорите на левом берегу, и в сторону Жагалау, и в сторону мечети, и в сторону Турана и так далее. Поэтому, во-первых, увеличится маршрутная сеть, во-вторых, количество автобусов. Увеличение количества автобусов говорит о том, что график движения, то есть интервалы между автобусами будут короче. Это будет удобно для жителей. Спасибо большое. Спасибо. Райхан Рахметова, Астана Ахшамы. Қайырлы күн, мені сауалым. Тұрғындарды жеке қабылдау кезінде ең жиі айтылатын өзекті мәселелер қандай? Және бұл мәселелер осы қаламыздың дамуындағы осал тұстар деп санауға бола ма? Мысалы, мен бейсенбі күні апта сайын аудандарға барып, және мына тұрғын массивтерге барып, халықпен кездесемін, тұрғындармен.
жұма күні таңертең түске дейін онлайн режимде кездесемін, бейсенбі күні офлайн режимде. Енді мына көтерілген мәселелердің 80%, 70-80% ол тұрғын үй мәселесі. Көбісі кезекте тұратын азаматтар. Енді кезекте 50 мыңнан астам отбасылар тұр. Оның ішінде көп балалы отбасылар, мүгедектер бар, мүгедек балаларды асырап жүрген отбасылар бар, жетім балалар да бар. Сондай бір 12-14 категория бар. Енді жыл сайын біз мына баяндамамда айтып кеттім, жылына бір 6000 пәтер әртүрлі жолдармен осал топтарға беріледі. Оның жартысы мына кезекте тұратын кісілерге, жартысы отбасы банк арқылы кредитке, ипотекаға берілетін пәтерлер. Сондықтан ең басты мәселе мына кездесулерде қоятын осы пәтер мәселесі. Әріптестер, осымен баспасөз мәслихатын тәмамдаймыз. Бүгін бізбен бірге болып, регламент ұстанғандарыңызға алғыс айтамыз, сіздерге сәттілік тілейміз. Жеңіс Махмұдұлы, елордамыз дамып көркейе берсін, сізге сәттілік тілейміз. Сау болыңыз. Рахмет. Келе жатқан Астана күні құтты болсын. Рахмет. Рахмет.